онлайн-зрителей. С вами я, Алексей Ершов, преподаватель ростовского филиала компании «Альпари». Прошу прощения за маленькую заминку. У нас тут сервера на время перешли на 1 час вперед, поэтому чуть-чуть время нам пришлось выбить под трансляцию. Так в целом все нормально. Если меня нормально слышно, ставим плюсики. У кого нет видео, нажимаем дружно F5. Перегружаем страницу, тогда все сразу появится. Напоминаю, раз у нас сегодня понедельник, значит, пересчитываем все квадраты. Сейчас успел пересчитать все, так что никаких остановок, заминок быть не должно. Если успеем быстрее, чем обычно, то принимаю пожелания. Можем посчитать что-нибудь дополнительно от того, что уже есть. Сейчас включу рабочий стол. Так, сейчас MetaTrader только с другого монитора перетащу. Напоминаю тем, кого не было на последних нескольких мероприятиях, если вдруг у вас перестали работать внешние индикаторы, такие как 38 попугаев или линия Ганна модифицированная, значит, вы просто не скачивали последний раздаточный материал. Я вот тем, кто будет в повторе смотреть, тоже на всякий случай написал. У кого данные не обновлены, индикаторы работать не будут, это старые версии. В обновленных версиях все будет работать. То есть просто банально взяли, заменили одни файлы на другие, перезагрузили MetaTrader, и все заработало. Дело 2-3 минут максимум. Так, плюсики пошли, вижу, все, трансляция идет, замечательно. Так, как всегда, одним глазком посмотрим на календарь, потому что фундамент все-таки мы игнорировать не можем. Более детальный анализ всегда можете на странице посмотреть в разделе «Аналитика» на нашем сайте, где фундаменталисты как раз пишут более детальный разбор. Напоминаю, мне же важен именно момент времени в выходе новостей, когда именно выходят новости с той или иной степенью важности. А потом уже, исходя из этих дат, мы отталкиваемся от сетки времени, которую рассчитываем как раз по понедельникам. Итак, у нас по Евросоюзу примерно через 3 часа будут новости, индекс цен производителей. Дальше в 17 часов, то есть примерно через 8 часов, будет индекс условий на рынке труда по Соединенным Штатам Америки. И примерно через 8 часов выступление главы Банка Канады. То есть вот три основных момента, которые нужно учитывать при подсчете момента входа по времени, если таковые будут у нас в течение сегодняшнего дня, а в дальнейшем полагаемся исключительно на технику. Ни в коем случае не принижаю важность фундаментальных расчетов, просто как бы мою позицию, я думаю, вы уже давно знаете. Так, дальше посмотрим, что у нас сообщения появились в чате. Так, в пятницу британца забрал полностью, а еврик так и стоит на продажу с положительным свопом на 1.1370, пишет Егор. Ну, прекрасно, сейчас мы до фунта дойдем, более детально обсудим. Так, Андрей задает вопрос. Алексей, пятничный клубный день уже есть в сети? Нет, еще не в сети, но точно будет. Записался нормально, качество видео тоже хорошее. Единственное, я сегодня утром считал квадраты, поэтому физически не мог одновременно несколько дел совмещать. Данный компьютер не настолько мощный, чтобы делать это одновременно. Так что сегодня закончим с вами текущую встречу, и я тогда залью сразу 2 видео. И пятничный клубный день, и вот то, что записывается у нас прямо сейчас, данная наша встреча. Итак, теперь переходим на индекс доллара. Начинают идти доджики, да, по крайней мере, пятницу, да, на текущую свечку пока что смотреть не можем, плюс еще дивер, да, поэтому более вероятно, что он все-таки либо постоит какое-то время на одной и той же цене, либо постарается выйти за 94.87, чтобы дать потенциал для роста. Но пока он не выйдет за 94.87, о каких-то таких громких прогнозах мы пока что говорить не будем. Для тех, кто только недавно с нами, на всякий случай напомню, что когда мы делаем расчет по любимому углу, и любимых углов оказывается 2, по крайней мере на ценах, то у нас такой термин, как уровень поддержки или уровень сопротивления, теряет свой смысл, у нас становятся зоны поддержки и зоны сопротивления. То есть любое значение между желтым и вот этим фиолетовым бордовым уровнем, оно может стать уровнем поддержки или уровнем сопротивления.
То есть я их специально закрашиваю, чтобы они в глаза, соответственно, вам бросались. Так, дальше. Индекс. На часах. Ну, по сути, то же самое. Мы стоим на одной и той же цене за уровнем 94-95. Рассматриваем рост только после преодоления этого значения. Следующее время – это уже завтрашний день, 16 часов с приходом американцев. Вот. И то, что только что буквально считал, пришлось немножко со временем повозиться. То есть сейчас будем рассматривать движение вверх только после 94-97, движение вниз только после 94-29 и вообще какие-либо сделки после 15.00 сегодняшнего дня. До 15 часов можно сюда даже не смотреть. Так, теперь переходим на Еврика. Еврик, получается, преодолел и последний максимум, и уровень 12.17, но еще несколько дней назад, поэтому остается подождать 1-2 дня, чтобы сформировался экстремум. Если экстремум будет сформулирован, то нам не остается ничего другого, кроме как посчитать дополнительную модель на рост. Будет этот рост или не будет, мы точно не знаем, потому что это все может закончиться вот этим небольшим еще одним максимумом, который сделает клин и развернет его обратно вниз. Но так как мы угадыванием дальнейших событий не занимаемся, поэтому сидим, ждем экстремума. Если все так и будет, то уже, я думаю, ближе к концу недели, на всякий случай, я модель для роста посчитаю. Так, еврик на часах. Все углы посчитать не успел, поэтому некоторые моменты будем делать с вами вместе. Ну, вот это падение последнее было вызвано именно новостями по Соединенным Штатам. Как я и говорил, что какого-то глобального изменения ждать не стоит, но небольшие импульсы поживиться можно тем, кто торгует на часах. Так, кто-то тут у нас забыл телефон. Сейчас я пойду сделаю замечание и вернусь. Так, я снова с вами. Продолжаем разговор. То есть здесь нет пока что пересечения ни 1.1, ни реверса. Поэтому пока что придется подождать это 1 или 2 часа. Если пробьет вверх, может быть маленькое движение вверх. Если пробьет вниз, может быть маленькое движение вниз. Но именно пользоваться им могут только те, кто будет спускаться на более маленькие таймфреймы, потому что движение будет, ну, можно примерно оценить. Если, например, пойдет вниз, то это где-то 50 пунктов, если пойдет вверх, где-то 60 пунктов. Заберете где-то пунктов на 10 меньше, то есть либо где-то 45, либо 55 пунктов. Самое главное, помните, что вот подобный сигнал, он отрабатывается либо сразу, либо никогда. Так, вижу, пишет Михаил сообщение. Индекс доллара развернулся вниз. Похоже, высаживают лишних пассажиров, кто вставал на покупку на хороших новостях по Соединенным Штатам Америки. Так, ну, посмотрим. У нас фактически на всех вот этих индексах, то, что мы с вами считали, у нас везде есть четко выраженная граница, верхняя, об которую он бился и так пока что и не смог ее преодолеть. Плюс ко всему, я вам специально считал любимый угол на часах, и любимый угол на часах модель именно направлена вниз. Так что будем ждать. У нас время до завтра есть. Если до завтра он не преодолеет 94-95, он, скорее всего, продолжит снижаться. Так. Сергей пишет. Евро взял пунктов 30 на новостях с передвижением стопа, я так понял.
Так, Михаил пишет, по евро поймал лося, стоял на продажу, потом встал опять на продажу, на новостях забрал немного. Ну, тоже неплохо, на этих новостях особо много и сложно было забрать. Вот, как я и говорил, все небольшое движение вполне можно себе было скрасить в пятницу. Ну, те, кто перед клубным днем приходил именно сюда в офис, те тоже здесь немножко успели ухватить. Так, фунт стерлингов. Кто-то задавал вопрос в чате как раз насчет него. Сейчас мы подошли к моменту. Модель почти себя уже изжила. Вот. Давайте посмотрим, что получается сейчас на данный момент. Так, что-то не могу выделить. Вот, берем, переносим. Натяжка компу, но ничего не поделаешь. То есть расстояние уже фактически небольшое осталось, что в ту, что в другую сторону, поэтому сигнал в любом случае произойдет на вход. И судя по тому, что сейчас идет сильное замедление, плюс те, кто смотрит на рынок просто с точки зрения классической техники, могут сказать, что уже фактически сейчас начинает отрабатываться вымпел, да, то есть можно нарисовать линию вот так, что-то она, правда, достаточно жирная. Давайте потоньше сделаем, чтобы так сильно глаза не резало. Вот. И вот отсюда. То есть отработка с классической точки зрения уже началась, но куда может опуститься? Опуститься может вот так же, как и на вот этот вот черенок. Единственное, я бы чуть-чуть подождал со входом, пусть немножко прибыли не дособираете, потому что, ну, во-первых, рядом перенесенный 1.1, во-вторых, угол замедления. То есть он может сделать вот так, уколоть, сделать дивер, который уже вырисовывается, да, и потом начаться или боковичок, или отход назад. Поэтому те, кто любят совершать сделки в рамках нескольких часов, будьте внимательны в течение вот этого часа и двух следующих. Вполне возможно, вам обломится какой-нибудь еще один импульс, если действительно вариант событий будет развиваться именно таким образом. Риск будет очень маленький, а потенциальная прибыль можно даже примерно прикинуть, какая именно. Ну, где-то в районе 194 пунктов, ну, 190 вряд ли возьмете, где-то, может, 150-160. Вот так. Так, вижу, еще появились сообщения. Сергей пишет, по фунту взял пунктов 95 двумя сделками. Тоже передвижением стопов на новостях. Ну, прекрасно. Так, Алексей, про ганнер расскажете сегодня, пишет Егор. Ну, если компьютер выдержит, то обязательно расскажу. Так, Алексей задает вопрос. Алексей, в планах Альпарии так и нет добавления индексов для торговли DAX и S&P 500. Уверяю вас, если это произойдет, я, наверное, буду одним из первых, кто вам это скажет, потому что я сам бы очень хотел, чтобы был S&P 500, Dow Jones, DAX, Russell 2000. Ну, пока что в планах именно официально ничего подобного не объявлялось. Следующий. Швейцарский франк. Здесь, получается, его достаточно сильно носило как раз на тех же самых новостях. Те, кто стопики ставили, отложенники, тоже наверняка часть движения успели забрать. Здесь фактически только сопровождением нормально можно было это угрызть. Ну а сейчас у нас, получается, есть новые экстремумы, и мы должны отталкиваться уже исключительно относительно них. Давайте вместе передвинем. И будем в течение текущего дня отслеживать, что же будет происходить дальше. Здесь времени у него значительно больше, чем у евро, и больше, чем у фунта стерлингов, поэтому, может быть, даже сделка затянется до конца дня, а может быть, даже и на завтра. Ну, посмотрим.
Так, Михаил пишет, по фунту стоял с 1.4370 на продажу, закрыл 50% плюса. Ну, вообще прекрасный результат. Будем надеяться, что в дальнейшем меня все будете такими постами радовать. Так, Сергей пишет, сейчас стою на продажу минус 40 пунктов, что лучше делать по фунту? Ну, давайте вернемся, раз есть открытые позиции. Так. Ну, здесь фактически, раз уже вошли, проще поставить стоп. У вас есть два варианта. Либо за экстремум вот сюда, либо на линию Ганна, на вот это значение. Прямо вот на текущий ее параметр. Можете просто вот так взять и посмотреть, сколько. То есть, она сейчас 1.4264 значение представляет из себя. Вот. И если движение будет вниз, действительно будет, то оно его не дотронется. Но если каких-то там резких новостей не возникнет, которые тенями выбивают стопы, то при плавном движении, как правило, цена не касается линии Ганна. А дальше следите, двигайте стопы, чтобы выйти гладко в плюсе в отработке данной позиции. Я бы так сделал. Но в любом случае решение принимать вам. Так, швейцарца посмотрели, следующая японская иена продолжает идти вниз. Ну, опять же, у нас, когда было небольшое ослабление доллара за счет падения доллара, курс тоже в том числе упал. Давайте сдвинем последние значения углов. Нам они, по сути, сейчас не особо сильно помогут, потому что он фактически жмется к нижнему краю. Да что ж такое... Так, скорость 14.57. Не хочет двигаться, и все тут. В общем, ждем, когда он пробьет либо вот этот угол, но тогда получается ждать всего лишь закрытия этого часа, если он действительно собрался вниз, но я лично не особо в это верю. Плюс ко всему еще у нас появляется дивергенция, которая тоже фактически запрещает это делать, да? То есть чисто формально как бы сигнал на продажу у нас есть, но вот наличие здравого смысла на этот сигнал у нас пока что отсутствует. Поэтому не забываем про просто стандартную логику, поэтому лучше просто подождать, собирается ли он действительно разворачиваться наверх или нет, потому что уже не один раз нам говорили о том, что действительно будет вмешиваться ЦБ. Теперь следующий у нас австралиец. Так, Дмитрий задает вопрос, а будете раздавать сегодня индикатор, как у вас? Да, банально даже на первой страничке была ссылка на то, что было у нас в понедельник, раздаточный материал. И в конце тоже раздаточный материал дам со всеми индикаторами, совсем обязательно, Дмитрий, сможете скачать. Так, Сергей пишет, стою на покупке. Ну, вот как раз скоро узнаем, насколько... какие прогнозы оказались верными. Так, Михаил пишет, по франку поймал лося, потом опять встал на новостях на покупку и не забрал небольшой плюс. Хорошо. Так, дальше. Австралиец. Ну, по сути, у нас он болтается в канале с зоной условного касания. И вот это самый мерзкий вариант, который только может быть при работе в данном методе.
это когда канал построился и у рынка резко уменьшилась волатильность. Получается, что сейчас, пока у него не появится более точных никаких сигналов, лучше вообще его временно игнорировать. Вообще все, что он сейчас будет нам показывать, пока мы не увидим первого мощного импульса вверх или вниз, пусть мы его пропустим, черт с ним, по крайней мере мы узнаем, что он действительно хочет, а потом уже сделаем импульсное присоединение по тенденции. Потому что, как вы видите, он в основном брехал все последнее время. Поэтому сейчас ему доверять не стоит. Подождем возрастания волатильности и просто сделаем импульсное присоединение по тенденции. И все. Так, вижу, Алексей пишет. Японцев жду отложенниками на 111.05 и оттуда в покупку на 4 часовиках и на днях. Это сильный уровень. Ну, ждем практически все, я думаю, единогласно скажут, что ждем мы в основном его наверх. Вопрос того, с какого донышка он туда пойдет. Поэтому те, кто особо не хочет себя заморачивать вопросами, можно просто бай-лимиты расставить вниз там с шагом в 50 пунктов и пусть стоят, чтобы они дошли там до 109, например. Оттуда в любом случае уже японцы пинать ее начнут наверх. Дальше вижу, пишет Михаил Пост. Кто торгует фунта, смотрим, как будет отрабатываться поддержка 1.4200 в течение следующих 2 часов. Если пробьет, можно стоять. Если нет, лучше закрыть позицию. Возможен рост. Так, это который из них. Давайте визуально на него посмотрим. 42.00. Ну вот фактически тот, который он опирался, и опять же перенесенный 1.1. Так что, несмотря на разные подходы, здесь мы полностью пришли к одному и тому же выводу. Так, значит, австралийца на сегодня забываем вообще, что он существует. Вот, по новозеландцу все было значительно веселее, то есть пробил вот в этом месте угол, потом предупредил о том, что он останавливается, то есть все достаточно стандартно. Я думаю, для вас ничего нового здесь нет. А теперь переносим углы и занимаемся абсолютно тем же самым, то есть ловим теперь следующий импульс, в какую сторону он собрался идти. Ну и потом посмотрим на квадратах, возможно, будут еще какие-то дополнительные подсказки. Время на формирование сигнала у него еще фактически несколько дней, потому что они пересекаются еще черти где фактически, да? Поэтому не пытаемся угадывать, куда он пойдет. Пробьет вверх, присоединимся к движению наверх. Целями будут вот банально ближайшие максимумы. Да? А вот если пробьет вниз, здесь потенциал достаточно высокий, но не будем сразу так надеяться на очень большие прибыли. Посмотрим разметки по квадратам, когда до этого дойдет. Сейчас буквально уже начинаем. Итак, еврик на часах. По времени фактически идеально совпали расчетные даты и новостные. Вот, сейчас в очень узком диапазоне между 1.13.836 и 1.14.144. Вот, расстояние очень маленькое, поэтому не нужно пытаться изобретать велосипед. Поэтому ждем, в какую сторону он будет пробивать ближайшие уровни. То есть 1.14.144 вверх или вот этот 1.13.529 вниз. Если он ничего не сделает до 15 часов, то потом отталкиваемся уже от времени. Если будет экстремум, то есть максимум, будем продавать. Если будет минимум, то будем покупать. Если же нет, то откладываем сделку до завтра. На всякий случай скальпером разметка на 15 минутках есть. На них я сильно не останавливаюсь, потому что, напоминаю, делаем это пока что в качестве эксперимента, чтобы вы мне потом сказали, насколько сильно это востребованные расчеты или не востребованные, наоборот, чтобы мы потом в дальнейшем на это время не тратили. Но у вас есть сегодня еще 3 времени, которые могут помочь. Это 12 часов 16.45 и 21.30. Ну, цены у вас тоже, соответственно, перед глазами. Фунт стерлингов. По времени максимум образован фактически идеально. Сейчас идет движение вниз, и как раз значение 1.41.987 его остановило. Если будет образован экстремум, то фактически будет еще одно подтверждение тому, что мы только что обсуждали, что вот этот вот
потенциальный вымпелочек не будет отрабатываться, а все закончится тем, что он или начнет болтаться между вот этими двумя уровнями до часа ночи завтрашнего дня, или же он пробьет 42-417 и попробует сходить на 42-848. Это расстояние не особо большое, но тем, кто торгует внутри дня, возможно, будет интересно, это 43 пункта. Это не ведет к каким-то глобальным разворотам и так далее, это просто внутридневная небольшая коррекция. 15-минутные графики. Здесь получается у нас дивер есть, да, небольшой. И тоже, опять же, он уже несколько раз бился в 42-115, опять же, может сходить наверх до 42-462. Цифры чуть-чуть отличаются, потому что мы просто на более маленькие вибрации спустились. Но идея фактически никак не противоречит тому, что происходит на часах. Следующий, швейцарский франк, опять же, по времени прошлая неделя порадовала очень сильно. Будем надеяться, что это тоже будет делать то же самое. Желательно до 15 часов от сделок воздержаться. Единственное, можно на всякий случай поставить отложенники. Например, ниже 0.95666 sell stop и выше 0.96225 buy stop, если он вдруг сделает резкое движение. Ну а так в основном будем принимать решение после 15. Почему именно? Потому что он так и не дал определенного направления с тех пор, как наступило 15.20 и сделала минимум. После этого, по сути, в виде каши из свечек, то есть нет направленного движения вверх или вниз. Обычно такие ситуации разворачиваются следующим образом. Наступает расчетное время, внимательно плюс-минус 2 часа от него смотрите выход новостей, которые могут повлиять, и именно в это время возможно начало следующего импульса. Но там как раз мы с вами смотрели по Америке примерно в эту погрешность укладывается выход новостей. Дальше. Следующие у нас японцы. Что-то я сдвинулся, вот. Японцы, получается, по времени остановились в 4 часа ночи. Остановились на уровне 111.41. Допускается, что он еще опустится до 111.058. Время у него пока что достаточно, так как пока что его не остановили вот эти 4 часа ночи, он не отошел выше на 111.762, поэтому может еще попробовать продавить. И, возможно, мы будем его встречать именно на этой цене или на времени в полночь завтра, или в 20 часов, опять же, завтра. То есть, какой-то из этих времен может быть образован минимум. Поэтому те, кто сильно заморачиваться не хотят и, например, хочет поймать иену, вот, максимум ее движения, то можно просто за все уровни расчетной поддержки, можно просто поставить байлимиты. Только единственное, учитывайте, что не нужно перебарщивать с лотом. То есть, если вы работаете несколькими сделками одновременно, это не значит, что общее кредитное плечо должно превышать то, с которым вы привыкли работать. То есть, про правила управления капиталом никто ничего не забывает. Следующий, австралиец на часах. Возможно, будет что-то интересное в 12 часов, если он также ударится в 0.76-156. Особые поклонники австралийца могут рассчитывать на небольшое движение вверх. Это либо 36 пунктов, либо... Сейчас посмотрим, комп тормозит, не хочет говорить, сколько пунктов. 69 пунктов. Ну, опять же, целиком не заберете, то есть либо 30, либо 60, грубо говоря. Вот. Если минимума не будет в это время, то до завтра лучше воздержаться. Так же, как мы и при стандартном расчете смотрели. Так, по новозеландцу. По новозеландцу, получается, ждем наступления 12 часов. Если будет минимум, тоже маленький откатик назад может быть. Им можно будет воспользоваться. Если откатика не будет никакого, то после наступления 12 часов может быть теоретически пробой 0.68333. Если пробьет, тогда присоединяемся. Если ни того не произойдет, то никуда лучше не входить. До завтра. Следующий, канадец. Канадец достаточно большой волатильностью обладал за последние несколько дней. Вот, поэтому нужно будет присоединяться по тенденции к тому
движению, которое он сделает следующим. У нас, получается, остается не так много времени до следующего уровня. Это 14.00, поэтому лучшие сделки совершать тоже после 14.00. Если будет образован максимум, можно будет удобно встать в продажу до следующего уровня или даже через один, потому что расстояния, как вы видите, достаточно большие, потому что по канадцу получился четырехугольник. Если максимума не будет, то придется ставить отложенники на всякий случай за 1.31.699 наверх или ниже 1.28.785 вниз. Те, кто хотят работать внутри вот этого диапазона, придется спускаться на более маленькие таймфреймы. Так, дальше вижу, Егор пишет сообщение. В пятницу иена вытворяла такие чудеса, то вверх, то вниз. Бедные перенесенные углы. Но я вам еще раз повторюсь, что я в свое время от иены получил такую смачную пощечину, когда еще был начинающим трейдером, и я еще тогда зарекся на иене вообще больше никогда в жизни не торговать. Вот. Но так как она входит в большую семерку валют мажоров, поэтому я ее не могу не рассматривать. К тому же я точно знаю, что среди многих из вас она достаточно популярна. Поэтому даже если я вижу очень хороший сигнал по иене, я по ней все равно не зайду. Золото. Золото ничего нам пока что нового не сказало, и вполне возможно, что может даже до середины месяца в глобальном плане мы ничего делать не будем. Поэтому ее пропускаем. Золото на часах. Вот тут уже более интересная ситуация. Как видите, вырисовывается, хоть и относительно маленького вот этого падения, вырисовывается что-то похожее отдаленно на неудавшийся размах, да, из классики, если смотреть. Вот. И он еще стоит фактически чисто на уровне 1214-255. Поэтому стоит обратить внимание на два параметра. Первое – это час ночи завтрашнего дня, если дело затянется. И второе – это цена 1226-408. То есть, если он ее пробивает, то вполне возможно он попытается сходить еще на 1241.599. Вот сюда. Единственное, желательно сделать следующее. Если он действительно сейчас пойдет наверх, обновит максимум, пробьет вот этот уровень и пойдет наверх, как только наступит час ночи, те, кто спать еще не будут, переведите сделку на всякий случай в безубыток, потому что время может развернуть рынок в обратную сторону. Ну или алерт поставьте себе, чтобы если это произойдет, чтобы вы уже были во всеоружии. Так, Михаил пишет, сегодня ночью по Австралии решение по процентной ставке, так что осторожнее, возможно, сильная волатильность. Ну вот как раз рынок как раз замер. То, что мы с вами обсуждали, ждем какого-нибудь хорошего импульса, потом будем присоединяться. Благодарим за информацию. Так, на 15 минутках общая информация у вас есть, но я думаю, мало кто по золоту торгует на 15 минутках. Вот сейчас вырисовывается конкретно, прямо сейчас вырисовывается дивергенция. Возможно, будет небольшой загиб наверх. Но расстояния не такие интересные, чтобы уделять им особое внимание. Мы приближаемся к 6 апреля. И, возможно, это будет началом разворота австралийца вниз. Хотя бы локально в рамках формирования нового экстремума. Посмотрим, что будет. До 6 числа на днях на австралийце ничего не делаем. Рубль. Рубль, получается, стоит фактически на том же уровне, на котором мы его, собственно, и ждали, на 66.78. Пока он не зайдет за диапазон 65.24-66.78, ни о каком падении пока что речи нет вообще. Вот. Поэтому сидим и ждем, что же он действительно собирается делать. Опять же, те, кто любит торговать на рубле, не забываем, что он ходит за ручку с нефтью. Поэтому всегда сначала изучайте новости по рынку энергоносителей, а уже потом принимайте решение, что же делать с рублем. И лучше всего торговать его хотя бы на 4 часовиках или старше, потому что, как видите, спред здесь не самый маленький по сравнению с другими инструментами. Так, нефть. Старая модель. Сейчас пусть загрузится. Так, вижу... Еще появились сообщения. Павел пишет, фунт H4, если закрывается ниже 1.42,
то поход на 1.4 состоится. Ну, как раз скоро посмотрим, там есть потенциал такого движения, но он не подтвержден. Вот если подтвердит, тогда зайдем. Если не подтвердит, ну что ж делать, это не последняя сделка, на которой можно взять хорошую прибыль. Самое главное, не забывайте, что если есть гипотеза, гипотеза должна набрать хотя бы какой-то набор аргументов в сторону своего подтверждения. Если вот вам кажется там на основании каких-то рассуждений, что рынок пойдет в каком-то направлении, вы всегда должны увидеть, что это действительно подтверждается фактами. Вот тогда уже вперед из песни выбираем лот и заходим. Так, Сергей пишет, по фунту стою в сел с пятничной верхушки, сегодня на коррекции еще добавил фунт в сел, по евро стою в сел с верхушки, ожидая сегодня второй импульс на продажу по австралийцу, стою в продажу с верхушки, по иене поймал в пятницу лося, сейчас вошел в бай, канадец стою с низины в бай с самой пятницы. Ну, достаточно большой набор инструментов, потом будет интересно услышать именно, чем все дело закончилось. Если хорошо все развернется, можете такую неслабую прибыль все-таки собрать. Так, Алексей пишет, нефть, я так понимаю, арабы замораживать не собираются. Ну, тут должны понимать, что не всегда все правду говорят. Вроде как говорили, что собираются замораживать, и Саудовская Аравия даже как бы согласилась. Вот, что будет говорить Иран в итоге, мы не знаем, потому что он не особо был доволен подобным раскладом событий. Поэтому, если действительно все будет так, как рассказывать, и заморозят добычу нефть, ну, по крайней мере, поставки на рынок, а может быть, даже и сократят, тогда нефть пойдет наверх, чтобы всем было прекрасно и хорошо в район 55. Я вот так вот теоретически рассуждаю, ни о каких сделках я сейчас не говорю. Вот. Но далеко не все стремятся, чтобы всем было хорошо и прекрасно, да, чтобы нефть хотя бы в 55 сходила. Поэтому лучше принимать решение, исходя из того, что есть сейчас, и в долгосрок по нефти лучше становиться только тогда, когда уже пройдут официальные публикации результатов встречи стран ОПЕК, которые, кажется, в апреле как раз и произойдут. Вот потом уже будем принимать решение о долгосрочных ходах нефти. Небольшие спекулятивные операции, кто любит нефть, там в рамках часовых или, может быть, четырехчасовых сделок, пожалуйста, если вы торгуете на днях, то здесь вы никак не сможете полностью игнорировать подобные моменты, потому что, ну, уж очень сильно здесь все завязано на внешней политике. Так, теперь старая модель, на всякий случай, напомню, у нас сегодня, может быть, будет минимум, об этом мы узнаем, по сути, в среду вечером, посмотрим. А новая модель, которая себя подтвердила, но пока что не дала нам повода хотя бы для одной какой-нибудь сделки, посмотрим, что будет происходить дальше. То есть, возможно, сходит еще немножко вниз и остановится на одном из уровней. В любом случае, пока что мы в любом случае ничего сделать не сможем. Ну, посмотрим, подождем. Так, по китайцам. Те, кто тогда вот тут сделки нарубили, я так понимаю, уже вышли. Сейчас ждем, что будет в 12 часов. Плюс-минус две свечки, то есть с погрешностью 8 часов, да, он может пойти на более большую глубокую коррекцию от вот этого импульса наверх. То есть осторожные ничего не делают, жадные могут перейти на более маленькие таймфреймы, чтобы чуть-чуть побольше урвать. А нам интересно увидеть следующий максимум, и на изломе линии Ганна, так же как вот здесь мы делали, тоже будем становиться вниз. Пока этого не произойдет, будем просто смотреть за дальнейшим развитием событий. Так, Михаил вот как раз по нефти нам дает информацию. В пятницу арабы сказали, что Иран не будет замораживать добычу нефти, то мы тоже не будем. Ну, посмотрим, как они будут себя вести, потому что я почему-то у меня есть такое предположение, что они до конца свои позиции в данной ситуации не будут раскрывать политику свою. Так. Александр задает вопрос. Алексей, как правильно определять пробитие углов верхней и нижней линии Ганна, так как это не горизонтальные уровни поддержки? Но напомню, так как мы пользуемся не классическими терминами, нам достаточно, чтобы свечка была закрыта за
углом, да, этого, в принципе, достаточно, чтобы считать его пробитым, но при этом ни линия Ганна, ни осциллятор не должны противоречить этому пробитию. Вот. Если противоречат, тогда ждите второй свечки, как в классике принято. Так, Павел также пишет. Иран однозначно заявил, пока не нарастит добыча до 4,5 миллионов баррелей, не будет обсуждать вопросы замораживания вообще. Ну, вот он один из главных как раз элементов, которые могут вносить серьезные изменения. Так, ну, давайте, в принципе, мы все основные моменты с вами посмотрели. Я очень рад, что у нас прям такой бурный диалог сегодня пошел, потому что не всегда у нас получается с вами выслушать различные мнения и точки зрения на этот момент. Те, кто задавали вопросы насчет того, где взять индикаторы, вот старый раздаточный материал без тех линий, что мы сейчас с вами обсуждали, есть вот здесь, те, кто в повторе будет смотреть. А всем остальным сейчас сделаю ссылку и заменю ее, соответственно, вот здесь. Делать буду, скорее всего, немножко дольше, чем обычно, потому что не могу понять, из-за чего именно, но компьютер тормозит достаточно сильно. Времени у нас пока что более чем достаточно. Если останется, то я обязательно покажу Ганнер 24. Как обещал. Так, все, файл готов. Сейчас закидываю его на облако. Так, давайте сразу проверим. Все, архив работает. Так, все, сейчас закину вам обратно в чат. Вот, держите. Так, я сейчас попробую запустить MetaTrader. И тогда обсудим Ганнер 24. Так, а я пока посмотрю, что там у нас в чате, так как я последние 2 минуты не смотрел.
Так, Сергей пишет, это обычный торг, Ирану очень выгодно нарастить добычу, но эта политика, всегда можно предложить что-то взамен, так что нужно быть осторожным. Ну вот именно об этом я и хотел сказать, потому что здесь не столько сильно важен технический анализ, сколько важна, ну, как бы фундаментальная сторона вопроса и политическая, потому что техника техникой, а все может в 10 раз сломаться все заново. Так что сейчас ждем, пока у меня загрузится MetaTrader, если он вообще загрузится. Вот, и тогда покажу Gunner 24. Я в прошлый раз так вскользь о нем упомянул, но у меня сейчас загрузка 100% CP, поэтому не факт, что покажу. Минутку подождем. Посмотрим, как это будет. По крайней мере, ссылка у вас уже есть. В любом случае, все данные для совершения сделок уже есть. Нет, наверное, не покажу я вам Gunner 24, потому что MetaTrader, наверное, загружаться будет очень долго. Поэтому тем, кто просил показать, давайте мы начнем прям следующую нашу встречу. Егор, кажется, просил. Да, точно. Егор, напомните мне прямо в начале следующего мероприятия, и мы прямо с него начнем, чтобы не откладывать больше подобную вещь. На каком-нибудь инструменте я покажу, как его применять, и потом, как обычно, начинаем обзор. Потому что вот второй раз в конце комп уже слишком сильно загрузен в процессе записи, чтобы это показать. Вот, вижу еще вопрос от Владислава, как установить набор индикаторов и так далее. То есть там есть в архиве подробная инструкция, как это делать, поэтому никаких проблем у вас возникнуть не должно. Так что давайте тогда сейчас сворачиваемся. Запись появится примерно через 30-40 минут и ВКонтакте, и на Ютубе. На Ютуб еще также залью клубный день, то, что был в пятницу. Вот, а мы тогда с вами встречаемся завтра в 9 часов точно так же и начинаем с краткого обзора применения Gunner 24 тем, кому интересны методы Уильяма Ганна. Всем спасибо за внимание. С вами был Алексей Ершов, преподаватель ростовского филиала компании Альпари. Надеюсь, было интересно. Встретимся завтра. Удачи и попутного тренда. Всего доброго.